Дорогие стрельцы, вы на канале Липкие гадалки, канал Ироничное Таро. Это гороскоп на октябрь. Много времени он у вас не отнимет, буквально 3-4 минуты. Итак, начнем. Что ждет стрельцов в личной жизни? Дорогие стрельцы, если вы собираетесь в брак, то, скорее всего, могут быть некие помехи. Если вы давно в браке, постарайтесь не провоцировать, не доводить своего мужа до побоев. Если вы стрелец-мужчина, постарайтесь не распускать руки и не позволяйте замахиваться на вас, вашей второй половинке. Не все гладко, вполне возможно, будут непонимания у вас между собой, но вы постарайтесь все-таки прийти к какому-то знаменателю. Да, все-таки любовь должна победить у вас. Теперь посмотрим, что у вас в сфере работы, дорогие стрельцы. Начальство может вас несколько ограбить, дорогие стрельцы. Карта хозяин, вор и нищий явно этому способствует. Могут вам не додать денег, не довыплатить гонорар. Будьте очень аккуратны с этим. Что у дорогих стрельцов в сфере работы? Я уже посмотрела. Теперь в сфере здоровья. Здоровье. Могут быть женские болезни, циститы всевозможные, воспаление яичников. Не вижу, чтобы стрельцы побежали к врачам, будут оправдываться, что им некогда. Дорогие стрельцы, постарайтесь все-таки сходить к врачам и принимать меры. Да, особенно вопросы, связанные с женскими заболеваниями. И теперь посмотрим самое главное, что у стрельцов. Вы подсели на свою работу, вы не хотите ее менять, вы вот довольствуете тем, что вам дают, да, потому что карта покупателя – это довольствие того, что есть, да, и привыкли. Вот карта пьяница показывает, что человек привык и не пытается ничего менять, да. Старайтесь подумать, нужна ли вам такая работа, стоит ли прикипать к коллективу, или же нужно найти то, что вам по сердцу и по душе. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Я вам желаю отличного октября, приятных впечатлений. И я буду ждать от вас ваших комментариев. Увидимся очень скоро. С вами была я, Липкая гадалка. Я вас целую, желаю вам всего самого доброго. Всем пока!